Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики моего канала. И сегодня я расскажу вам о новостях про YouTube. Как заработать на YouTube, и вообще, что из себя представляет YouTube. И вот, будет у меня такой плейлист. Как заработать на YouTube, и YouTube вообще, все, что происходит около YouTube. Для чего, для кого YouTube, какие результаты, какую информацию в себе несет. И вот просто в Гугле я сегодня набил YouTube. Мне открылась первая страница YouTube, да? И главные новости. И вот здесь одна из главных новостей. На YouTube пройдет неделя российского кино. Мы сюда кликаем. Что мы видим? Что вот Интерфакс, то есть это такой новостной портал, да, рекламирует YouTube. Говоря о том, что YouTube в сотрудничестве с YouTube Russia, да, будет проводить у себя на портале, можно сказать, как в кинотеатре, да, то есть только не в одном городе, да, или во всех городах России. Такое бывает, что неделя там российского кино, неделя там французского кино, а по сути по всему миру, да, YouTube Russia будет проводить вот неделю русского кино с 28 ноября по 4 декабря. О чем это может вообще говорить? Давайте мы включим ролик, небольшой ролик, который нам предоставила эта новостная лента. Давайте посмотрим его. Ну вот, получается, что реклама фильма какого-то одного, что ли? Или всех фильмов? Всех фильмов, да. То есть разные фильмы. И старые, и новые. Вот, и YouTube, да, YouTube представляет, обалдеть, вот реально обалдеть. О чем это говорит? О том, что YouTube, о том, что зрители приходят в интернет и начинают смотреть фильмы, передачи, то, что раньше смотрели на телевидении, начинают смотреть в интернете и в YouTube. То есть сейчас, мне кажется, ну, такое ощущение, что YouTube развивается просто семимильными шагами. То есть 10 лет он как бы был так, можно сказать, сидел в пещере и выжидал. А сейчас он просто взрывает российский интернет и двигается семимильными шагами. Я думаю, что 2017 год будет годом YouTube. То есть будут очень большие изменения. И мы будем свидетелями этого, и кто, соответственно, как сказать, возьмет кусочек этого пирога, как-то зацепится за этот тренд и начнет что-то в этом направлении делать, изучать YouTube, продвигаться, создавать каналы, продвигать свои каналы, каналы других людей. Тот, я думаю, будет жить безбедно и счастливо много-много лет. Так что понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии, можем обсудить это все вместе с вами. Подписывайтесь на мой канал, будет много всего интересного, обучающего, полезного для счастливой, беззаботной жизни во всех направлениях. Здоровье, семья, финансы.